И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом данного путешествия я бы хотел выразить огромную благодарность всем своим спонсорам на канале. Спасибо за вашу месячную поддержку, ребята, мне очень приятно. Итак, как я обещал в прошлой серии, что мы с вами отправимся в межзвездное путешествие, даже в межгалактическое, мы с вами сегодня в этой серии рассмотрим двойников планеты Земля. Попробуем найти планеты, похожие на нашу планету Земля, где есть жизнь, органическая, одноклеточная, многоклеточная, без разницы. Самое главное, чтобы была жизнь. Сегодня наше путешествие начнется в галактике Андромеда. Да, мы с вами находимся в галактике Андромеда. Где-то отсюда неподалеку мы можем наблюдать М101. Так, космический аппарат. Что за космический аппарат? Посмотрите. Это наша галактика Млечный Путь. Расстояние 2 миллиона 560 тысяч световых лет. Только представьте, насколько мы далеки от своего дома. Это невероятно. Ну, а первое наше путешествие сегодня начнется рядом вот с такой планетой. Планета РС-1233. Умеренная озерная супертерра с жизнью. Жизнь органическая, многоклеточная, морская, наземная. На планете есть все, что нужно для жизни. Вода и кислород. Температура также 16 градусов по Цельсию. Парниковый эффект 25. Это прекрасно. Планета имеет 15 лун. Так, ну а на наше новое путешествие мы будем начинать все время вот с такой космической станции, на которой мы будем прибывать к новым планетам. А дальше будем уже стартовать с малых кораблей и рассмотрим саму поверхность. Рассмотрим, что вообще есть на поверхности. Возможно, какие-то действующие вулканы, трава, деревья, вода. Какие текут реки и озера. Ну и, конечно же, мы с вами рассмотрим красоту неба ночного, дневного на этих планетах. Ну что же, опускаемся на поверхность. Итак, господа, мы с вами на поверхности планеты. И давайте посмотрим в небо. Мы видим тянущиеся длинные облака. Можем наблюдать астероиды, ярко светящиеся на небосводе. Это луны этой планеты. А еще здесь есть растительность. Вот такие инопланетные растения. Помните, как в некоторых сериях по поиску жизни в Space Engine мы находили также какие-то непонятные деревья. Все это мы можем также здесь наблюдать. И посмотрите, самое удивительное и интересное. Боже, Space Engine, ты меня убиваешь. Инопланетные грибы. Нет, ну а почему бы нет? Мы же не знаем, какая есть жизнь на других планетах, во Вселенной, в других галактиках. Посмотрите, да, это реально инопланетные грибы. Невероятно. Какая-то инопланетная жизнь. Здорово. Возможно, этой растительной жизнью, так скажем, питаются многоклеточные существа на этой планете. Это очень здорово, да. Какие-то непонятные валуны, камни, что здесь еще. Ну и, конечно же, наверное, нужно теперь промотать время, дабы увидеть ночь. Ночь на этой планете. И посмотреть на закат звезды на планете. Да, ну, насчет грибов это, конечно, интересно сделано. Очень невероятно. И что-то новенькое. Хоть немножко Space Engine оживился. А здорово. А я забыл посмотреть, сколько идет ночь на этой планете. Вернее, день. Сколько день проходит на этой планете по времени. Так.
У нас, я так понимаю, сейчас будет закат. Можно даже вот так вот из-за вот этих инопланетных деревьев посмотреть на закат звезды. Сейчас, подождите. Давайте выберем, наверное, лучший обзор. Вот так. Примерно сядем вот здесь, в этом... Нет. Вот так, чтобы с холма и на фоне деревьев. Да, вот. Вот так интересно будет смотреть. Замедляем. И посмотрите, насколько это красиво и эпично выглядит. Галактика Андромеда. Планета с жизнью. Невероятно, но, блин, согласись, факт. Да, возможно, мы сейчас даже где-то на ночном небе увидим нашу галактику Млечный Путь. Я пока ее не вижу. Но посмотри, насколько насыщеннее галактика Андромеда, если сравнивать ее с Млечным Путем. Конечно, здесь во много миллионов раз больше звезд, чем в нашей галактике Млечный Путь. Мы видим луны, планеты, яркие, светящиеся. Это здорово. Так. Нужно, наверное, еще немножко ускорить время. Давайте промотаем побыстрее, ускорим ночь. Галактики Milky Way я пока не наблюдаю. А вот, кстати, стоп. Так, нормальный режим времени. И вот сейчас хорошо, отчетливо видно галактика М101. Простите, М110. И вот та самая галактика Млечный Путь, откуда я веду свои съемки. Представляете, это... It's amazing. А еще на фоне... ночного неба проглядывается, по-моему, галактика-треугольник. Да, галактика-треугольник. И еще широкий пояс галактики Андромеда. Просто невероятно классно, здорово. Такое небо наблюдать в реальной жизни, это было бы сказочно, я бы сказал. Небольшая туманность, дымка какая-то над горизонтом. На этой планете. Так, инопланетные грибы. Я вижу инопланетные грибы, я их наблюдаю. Я их уже наблюдал не один раз. Так. Ох, здорово. Смотрится вообще просто шикарно. Очень классно. Так, ну что ж, давайте попробуем, наверное, пролететь сейчас над этой планетой. Медленно, но уверенно мы пролетаем над равнинами, над реками у этой планеты. Вот наш межзвездный корабль, спускаемый аппарат с космической станции. Как назвать нашу космическую станцию для путешествий, напишите в комментариях. И с каждым новым запуском видео в поисках новых планет с жизнью мы будем начинать именно с него, с названия этого корабля. Вот наш корабль для путешествий. Представляете, если пролетать над этой планетой и видеть какие-то чужеродные существа, чужеродную Землю. Вообще, это было бы очень здорово. Пролетаем медленно, дабы не столкнуться и не навредить организмам, которые обитают на этой планете. Горные отложения. Много слоев породы. Так. Вот эта вот, кстати, река тянется к большому океану на этой планете. Даже я бы не назвал это океаном, а назвал бы, наверное, больше озером.
Может быть, отлететь чуть-чуть влево и не столкнуться? Давайте развернем наш межзвездный корабль, планирующий. И посмотрим, что есть в той стороне. Так, по-моему, вот там я сейчас наблюдаю какой-то огромный кратер. То ли впадина, то ли выбоина какая-то. Непонятно, что там. Да, отсюда классно смотрится все-таки. Открываются хорошие виды на планету. Хоть даже здесь и такая пустынная, знаете, местность не насыщена цветами травы, растительности какой-то, но очень похожа на нашу планету Земля. Ну что же, ребята, мы открыли наше первое путешествие, начиная с этой планеты, как ее там, RS-1404, и я уже этим доволен. Мне уже нравится наше путешествие. Вы давно просили видео данного рода. Это первое путешествие. Мы нашли первую жизнь. Ставь пальчик вверх, подписывайся на канал и помни, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока.